Привет, зритель! Иногда меня тянет на эксперименты, и однажды я решил использовать в качестве большой мощной гитары сушку для белья, но... Я решил пойти дальше. Я собрал весь хлам, который мне удалось найти дома, записал его звук и попытался сделать из этого музыку. Сначала я думал, что из этого получится неплохой бит или какая-нибудь попсовая фигня. Из этого получился металл, кто бы мог подумать. Ладно. Думаю, этого достаточно. Результат вы можете видеть далее. Давным-давно я хотел записать звук сушки для белья.